Состоялась диалоговая площадка «Талклау» по итогам неочередных выборов президента Республики Казахстан. Мероприятие было организовано в открытом формате с прямой трансляцией в социальных сетях. На открытом дискуссионном форуме эксперты обменялись мнением о внеочередных выборах. Были рассмотрены 7-летний план главы государства, направленный на создание нового Казахстана, и вопросы в сфере образования и здравоохранения. На встрече также речь шла о прозрачности агитационной работы, создании условий для свободного голосования людей. Следует отметить высокую активность граждан, пришедших на избирательные участки в день проведения внеочередных выборов. Это свидетельствует о том, что казахстанцы понимают важность своего голоса в решении вопросов, касающихся будущего страны. Были обсуждены вопросы в части реализации предвыборной программы нашего президента Касумжана Кемелевича. В мероприятии приняли участие члены народной коалиции, которые работали в предвыборном штабе, эксперты, также представители местных исполнительных органов. Главная задача нам, как президент озвучил на церемонии инаугурации,